С вами Николай Пименко в проекте «Даты». Сегодня 25 июня, день дружбы и единения славян. Как известно, славяне представляют собой крупную языковую и культурную общность народов мира. Общая численность в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных – поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане, южных – болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы и восточных славян – белорусы, русские, украинцы и русины. Также сегодня отмечается День моряка или День мореплавателя. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, согласно статистическим данным, осуществляют 80% всей мировой торговой деятельности. Но теперь о родившихся. 25 июня 1852 года в этот мир приходит самый знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди и Корнет. Его называли Данте архитектуры. Он умел добиваться непрерывной текучести архитектурных форм, доступных лишь живой природе. Не любил прямые линии. Строительство его главного творения, храма Святого Семейства, церковь в Барселоне, началось, когда Гауди было чуть больше 30, и не завершилось, как говорят, по сей день. 1907 год, 25 июня, день рождения поэта Арсения Тарковского, гениального творца и отца не менее гениального режиссера Андрея Тарковского. Только этого мало. Помните, пела София Ротару 80-е? К сожалению, имя поэта ассоциируется исключительно с этим шлягером. Тарковский же писал стихи без надежды, что они будут опубликованы в Советском Союзе. Это требует огромной веры в свое искусство. Широкие массы услышали стихи Тарковского в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского. Особенный эффект произвело стихотворение «Первые свидания». Помните эти знаменитые строчки? «Свидание наших каждое мгновение мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владения с той стороны зеркального стекла». 1937 год, день рождения Альберта Леонидовича Филозова, актера, который снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Вот лишь некоторые названия «Вам и не снилось», и это все о нем: «Тегеран 43», «Мэри Поппинс, до свидания», «Пятый ангел в круге первом». 1961 год, день рождения режиссера Тимура Бекмамбетова. Журнал Forbes пишет, что Бекмамбетов начинал с работы художником-постановщиком в Ташкентском театре и на киностудии «Узбекфильм». В 1989-м переезжает в Москву и зарабатывает на создание рекламы банков. Потом дебютировал в качестве режиссера кино и основал компанию. Часто выступает сценаристом и продюсером собственных проектов. Успех «Дозоров» позволил ему завести связи в Голливуде. В его самой кассовой картине «Особо опасен» главные роли исполнили Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс МакКевой. В 1963 году в пригороде Лондона рождается один из самых выдающихся поп-композиторов и певцов Джордж Майкл. Его отец грек, и настоящее имя музыканта — Георгиос Кариакос Панайотту. Свою суперуспешную карьеру Джордж Майкл начинает в составе дуэта Уэм, а потом решил выступать сольно. Первый же его диск в 1987 году получает премию Грэмми как лучший альбом года. Ушел из жизни в 2016 году от сердечной недостаточности. 1975 год, день рождения Владимира Крамника, международного гроссмейстера. В 1982 году появился на свет Михаил Южный, российский теннисист. А в 1994 российский певец Егор Крид. События дня. 1783 год. Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода. А еще через 2 года вместе с военным инженером Жаном Мюнье синтезирует из них воду. 1905 год. Убедившись в бесперспективности дальнейшего сопротивления, в этот день матросы знаменитого броненосца «Потемкин» сдают свой корабль румынским властям. А на следующий день, спустив красный флаг непобежденного корабля революции, сошли на берег в качестве политических эмигрантов.
Через два дня Румыния возвращает эскадренный броненосец России. Царское правительство переименовывает его в Пантелеймон. Но когда восстает крейсер «Очаков», пантелеймоновцы опять же первыми присоединяются к бунтовщикам. Февральская же революция 1917 года возвращает кораблю старое название, правда, без упоминания титула князя. Просто Потемкин Таврический. А еще через месяц ему присваивают вообще новое имя – «Борец за свободу». Просто и ясно. В мае 18 года корабль захвачен кайзеровскими войсками, позднее переходит в руки деникинцев, а перед приходом в Крым Красной армии был взорван англо-французскими интервентами. 1957 год. Изобретается игрушка «Летающая тарелка». Что это такое? Летающий диск – общее название спортивного снаряда, который представляет собой пластиковый диск с загнутыми краями диаметром 20-25 сантиметров. Ну, как обычная пицца. Диск сделан таким образом, чтобы при его полете создавалась подъемная сила, что позволяет бросать диски на значительные расстояния. Большинство русскоговорящих людей назовут подобный диск летающей тарелкой. Но еще самое любопытное – почему-то в 80-х годах автомобилисты очень любили цеплять на фары своих автомобилей эти самые летающие тарелки. Они просто очень хорошо подходили. Жуткое зрелище, и непонятно зачем. В 2009 году, неожиданно для всех, в этот день умирает Майкл Джексон, король поп-музыки. За несколько лет до этого на музыканта обрушились куча обвинений в растлении детей. Но вопросов стало еще больше. Был ли Джексон отцом, и самое главное, что стало причиной его смерти? Вскрытие обнаружило у певца несколько сломанных ребер, множество синяков и 4 следа от сердечных инъекций. В последние годы он лишился практически всех волос. СМИ ищут ответы на эти вопросы до сих пор. Что-то мне подсказывает, что никогда не найдут. Но еще одно событие. 25 июня 1630 года. Губернатор Массачусетса Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды. Это была первая и единственная вилка в колониальной Америке. В древние времена люди, как известно, ели руками. Исключение делалось для жидкой пищи, для которой придумали ложку. Ну, неудобно вот так вот пить и горячо. Первые же упоминания о вилках в Европе относятся к 14 веку. Правда, ели ими не мясо, а фрукты или обжаренный сыр. К тому же часто вилка превращалась в драгоценность. Так, у Карла V было несколько золотых вилок, к тому же инкрустированных камушками. Изначально у вилки было всего 2 зубчика, чему, собственно, она и обязана своим названием. Один из переводов буквально – «разветвление». Постепенно их количество возросло до 3, а потом и до 4. В Россию вилка попадает, разумеется, благодаря Петру I. Дежурный денщик всегда носил с собой деревянный ларчик с походным царским набором, куда входила и вилка. Широкое распространение она получает только в 19 веке. И вот что любопытно, когда я служил в советской армии в конце 80-х, то вилкой там не пользовались вообще. Все блюда поглощались с помощью солдатской ложки. Может быть, так вкуснее и сытнее? Как вы думаете? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».